Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazit Roleplay, первый сервер. Мой ник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить мой ник при регистрации, кто еще не играет. Сегодня буду покупать бизнес, наверное, самый неприбыльный бизнес на сервере, чуваки. Зачем я это буду делать? Да просто по приколу, как бы, Новый год, пиротехника, хлопушки хоть постреляю, зато, блин, бабки. Буду стрелять просто, пока жопу не разорвет, грубо говоря. Просто для угара решил купить бизнес себе за 1.7 пиротехнику. Знаю, дорого, но, блин, я думаю, в принципе, пойдет. Так, обратно хейтеры, ну, это норма, пацаны, это норма. Хейтеры — это всегда норма. Поэтому мы валим, с нами хвост. Бля, вот нельзя нормально бизнес купить, пиздец. Заебали просто, заебали. Так, нужно валить от них. Давай, Ямашка, я в тебя верю. Надо съебаться. Надо просто съебаться. Давай, давай, давай. Гуляй, Вася. Ну вот так начинается серия, пацаны. Просто заебись. ХП у меня сколько, я даже не вижу. Так. Только не в дерево. О. Так, я, короче, перезашел, меня крашнуло, бабки у меня на руках. Я чуваку написал, что я релогнусь и приеду. Надеюсь, он меня ждет. Так. Бабки у меня на руках уже. Меня, короче, они убили. Возле Больки Арзамаса вообще убил какой-то левый чел, когда я бабки снимал. Ну, это не записалось. Я там пересмотрел отрывок. Попытался восстановить видео, но там... Видео шло 2 минуты, а восстановилось там минута с чем-то. Но это не важно, короче. Так, зеленый, давай. Ладно, в пизду, потому что я спешу. За 1.7 сейчас заберем бизнес себе этот. Главное сейчас не попасть в Де Морган. Так. Так. Давайте напишем. Предлогай. За 1.7, в принципе. Я знаю, не прибыльные чуваки. Чисто по угару решил взять его. 1.7. Так, 1.700. Пиротехника. Берем. Спасибо. Что? Так, чё? Привет, Руси, Саше, Сергею, Дане. Окей, передал. Передал. Так, давайте зайдем в мой новый бизнес. Надеюсь, у нас это получится. Так, заходим. Ну да, чуваки, знаю, дорого, блин. Ну, хули делать. Динамные ракеты. Давайте попробуем купить ракеты. Финки здесь, я уверен, вообще нету. Просто вообще нету. Бусинес. Так. Угу. 3000. Финки здесь вообще нету, по-любому. Ну, такое себе, на самом деле. Я просто его по угару решил купить. Пацаны, да, купил самый неприбыльный бизнес. Сколько у меня в банке осталось? Лямов так 5. 5,6 осталось. Ну, нормально, думаю, хватит. Не бабосиков. Потом наиграюсь, пацаны, так сказать. Продам его. Просто и все. Я думаю, будет заебись. Думаю, будет заебись, сейчас заедем, заплатим за него. Удачи. Так, погнали, короче. Оплатим бизнес. Продукты там пока что есть. У меня есть подписчик очень хороший, какой мне продукты возит. Думаю, он сам поймет, кто это. Я просто не помню, как он в ВК подписан, и ник его не помню. Я как бы семерка в ОПГ. Пишите в комментариях, кстати, снимать будни ОПГ, там на ВЧ походить, такое, перехват конвоя, может поснимать, напишите в комментариях. Так, оплатить бизнес на 22 дня, окей, так, баланс бизнеса 3760, снимите бабосы, короче, положим в банк полтинничек еще, и оплатим дом на один день, итого 5,6 у меня осталось, короче. Аномальных мерчей, читеров, просьба воздержаться от посещения мест со скоплением людей. Нихера себе, читеры нападают. Это, вот это, конечно, сильно. Так. Вроде хейтеры меня потеряли, точнее. Ну и хуй на них. Блин, не понимаю вообще таких людей, просто убивать. Ну и толку от этого. Ну убил он меня, ему что, блядь, там... Кайфут он от этого или что, блядь. Я не понимаю просто. Так, давайте фотик купим. Потому что мне нужен фотик.
Мне нужен фотик. Да, я мог. Я искал. Я особо не искал, кстати, бизнес. Я две объявы кинул. Чувак написал, что вот, продает бизнес. Он за 2 вообще упихал. Я говорю, давай торг, типа. Я хотел вообще за 1.6 его забрать. Ну, продам я его, наверное, за 1.5 максимум. Это максимум. Ну, вы можете помочь мне, в принципе, финочку. Покупать у меня пиротехнику. Как бы Новый год. Я думаю, да, там 2 недельки не побалуюсь. Может, продам, может, оставлю. Не знаю, посмотрим. Я от него не хочу никаких там, блядь, охуенной прибыли. От него не ожидаю. Я даже финку не спрашиваю, потому что вот таких бизнесов смысла нету финки спрашивать. Потому что самые неприбыльные бизнесы — это клуб и пиротехника. Ну, клуб не хз. Наверное, я лучше бы клуб купил, конечно, но я думаю, он будет стоить не так уж и дешево. Поэтому мы, пожалуй, купим... Ну, я купил, точнее, этот бизнес, и все. Так, убираем. И делаем скриншотик. Хотя можно и так, вот так вот еще. Купил самый неприбыльный бизнес, пацаны, да... Многие там писали, типа, вот, ты продал дом, бизнес, ты будешь уходить с Амазинга. Нет, чуваки, просто нереально. Я решил разбавить, так сказать, обстановочку себе. Потому что надоело уже. Тот же самый дом уже, блин, сколько он. Тот же самый бизнес. Но этот бизнес, хоть, я думаю, не будет мне в убыток хотя бы. Так, давайте ракеты запустим, пару штучек. И кто будет приезжать, пацаны, паркуйте машины не вот здесь, а вот здесь. Потому что какой-то баг, тачки проваливаются. Именно проваливаются. Поэтому не советую вам парковаться здесь. Кстати, мой второй бизнес, какой был на Кирилл Путбуле, это вот это 24/7. Там финочка тоже хорошая была. Я потом его продал и купил спортзал. Кто не в курсе. Тут, кстати, я нахожусь между двух этих. Так, как? Так, я хочу вот эту хрень купить, короче. Блов. Блов. Давайте пробуем запустить. Хотя, думаю, она не работает, но, возможно, и работает. Возможно, и работает. Так, блов. Попробуем запустить ее. Но ни хрена не происходит, да? Да, ни хрена что-то не происходит. Я жду. Не. Давайте какие-то другие попробуем купить. Я не люблю без бизнеса находиться. Да, он неприбыльный, да, это самый галимый бизнес. Возможно, в будущем после гон будет нормальный, в чем я сомневаюсь, но все равно. Давайте петарды купим. Хрен с ним уже, попробуем петарды. Хоть что-то. Можно будет какие-то, не знаю, челленджи поснимать с этим бизнесом. Какие-то приколы предлагайте в комментариях. Я на самом деле хз, что можно поснимать такого. Так, петарды. Ничего. Возможно, надо на дорогу выйти. Петарды эти. Я хз. Может, они как-то проваливаются. Подождите, жду. 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 Сколько ждать, блин? Чуваки, напишите, не знаю, я в чем прикол. Может, что-то неправильно делаю. Напишите в комментариях. Я не знаю, никогда не работали эти петарды. Фейерверки, так сказать. Но все равно, блин. Ну, что-то есть в этом бизнесе. Все равно, как бы, я думаю. Поэтому, я знаю, вы там будете писать, ой, дурак, зря купил бы лучше там 24/7 какой-то. Все, пацаны, еще впереди, подкопим бабосиков как-нибудь. Тату отдунить я заебался, пацаны. Помните, у меня было 2 миллиона, а теперь у меня стало тогда 5. Эти 3 миллиона мне подписчики там подогнали где-то 1500, может чуть больше, и я еще задонил, потому что x2 было. Если будете донить, пацаны, доните, когда только x2 донат. Потому что не советую вам донить, когда обычный донат. Вообще смысла не вижу в этом. Да и вообще, ну, не советую вам донить в игру. Но у кого есть такая возможность, в принципе, то можете и донить. Давайте я на склад зайду, что-то возьму. Не знаю, правда, что. Надо будет все домой патрончиков немного потырить. Так, взять патроны. 500 патронов я смогу взять, интересно? Да. Так, давайте посмотрим, статистика и металл. Мне нужно 55 металла. Взять металл 55. И еще патронов надо взять немножко. Так, чисто, знаете, на всякий случай, я то на вообще сейчас не хожу. Нет, сильно много. Давайте посмотрим, сколько мне нужно. 200 патронов, окей. Думаю, никто не будет на меня пиздить, что я патроны беру. Блин,
Блин, я же косарь наркоты привозил. Давайте я немного тоже наркоты возьму. Где-то 30 хотя бы. Хотя мне еще один раз использовать и будет ломка. Так, 30 наркоты возьмем. Я думаю, этого хватит, в принципе, с головой. Поэтому... Думаю, будет заебись, так. Ну, GPS, кстати, не знаю, где он находится. 26-й, по-моему, бизнес, если я не ошибаюсь. Так, Кирилл, дай, дашь денег на аптечки, пожалуйста. Ну, на тебе, 326-й. Все, я поехал. Я, пожалуй, поехал. Не буду задерживаться, в принципе. Я не так часто играю, как бы, ну... Вообще, ну, можно было вообще не покупать и дома бизнес, пацаны. Потому что, ну, так бы, если бы я не играл, я бы не переживал бы, что у меня что-то слетит там и так далее. Квартира, то все хуйня. А так, о, чувака убили. Бывает. Вот мой бизнес, где находится. По-моему, сейчас... Так, там читер летает. GPS. Бизнесы. По-моему, 26-й бизнес, если я не ошибаюсь. Или 23-й, или 26-й. 23-й, наверное, да? Где он находится? Да, вот. 23-й бизнес, пацаны. GPS-6, 23-й бизнес, вот он. Если что. Вот здесь находится. Я на самом деле глупо разработчики, что вот здесь 24/7 стоит, и там. Это очень неприбыльно обоим. Поэтому я считаю, это неправильно. Могли бы как-то поумнее сделать. Кстати, здесь парашюты рядом находятся. О, я придумал кое-что. А ну, подождите, отмена. Сейчас попробуем кое-что. Так, чуваки, я, короче, решил пойти парашют взять. И я взял петарды с собой. Попробуем, может, здесь они каким-то чудом заработают. Так, давайте их вот сюда поставим. Блуф. Блуф. Так. Они, походу, падают, да? А то что-то, ну, я видел, искра была, и ни хрена не произошло. Не, ну, мне ВПГ пока что по кайфу, в принципе. Тут читер летает, короче, но я видел на маршрутке. Ну, мы тоже вроде видели. Так. Я вообще, на самом деле, аптеку бы купил, но они дорогие. Не, не работает, короче. Я не знаю, почему не работает, пишите в комментариях. Но надо что-то будет с это придумать, потому что, блин, я хочу пострелять, ёбаный в рот. Я что, зря бизнес покупал? Так, давайте посмотрим что-то еще. Так. Ну, продукты не быстро заканчиваются. Ну, по финке я бы сказал, даже... Тут финка больше, чем у меня в столовой была, на самом деле. Если честно говоря, тут... Да, тут финка больше, чем у меня в столовой была. Вот, 10 тысяч. Так. 15 тысяч, 16 тысяч, 20 тысяч. Может, накрутка, я не знаю. Ну, ладно, посмотрим, что мы будем делать с этим бизнесом. Как бы, пишите в комментариях ваши предложения, если что. Я выслушаю. Какие-то, может, для видосиков там, либо... По поводу этих петард, почему не взрываются, что нужно делать, возможно, кто-то знает. Потому что раньше они вроде работали. Сейчас я хз. Почему они не работают на самом деле? Вроде бы должны работать. Так, подождите, давайте. Ага. Нам сюда надо лететь. Давайте пробуем на луче сейчас, под конец, так сказать. Такая насыщенная будет серичка, в принципе. Ой, ебать, кто-то... Летает на этой хуйне. Бля, ник не спалил его. Так, надо в полете сейчас сделать оружие себе. Мак и гун. Понятно. Просто понятно, пацаны. На этом должна заканчиваться серия, да, что у меня за ничего чуть кикнуло. Но зато будете знать, что в полете нельзя писать мак и гун. Ладно, это у меня все, пацаны. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.